Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня на нашем стадионе проходит международный турнир по футболу среди юношей 2003 года рождения в памяти игрока футбольного клуба «Рубин» Ленара Гинмульна. Мяч в ворота команды «Кайрат» забил Левин Гарри, номер 23. Мяч в ворота команды «Кайрат» забил Соколов Артем, номер 7. Мяч в ворота команды «Кайрат» забил Левин Гарри, номер 23.